Херобрин, существо, которое уже на протяжении многих лет вселяет ужас практически в каждого майнкрафтера. Ведь согласитесь, таинственный персонаж, блуждающий по майнкрафт-мирам с жуткими белыми глазами и пугающим минимализмом в деталях скина, доводит до дрожи в коленках. Но знаете ли вы, кто самый первый смог его найти? И самое главное запечатлеть на своем видео. Это рубрика «Майнкрафт тонкости». Приступим. Здорово, геймеры! Сегодня я хотел бы вам показать самое первое видео про Херобрина, появившееся и на данный момент сохранившееся в интернете. На самом деле, хайп Херобрина начался еще с далекого 2010 года и знаменитой версии 1.0.16.0.2. Именно с этой версии и начались бурные обсуждения про таинственного моба. Однако уже в январе 2011 года сам Notch решил опровергнуть существование Херобрина, официально подтвердив, что его не существует. Но его слов не хватило, и Майнкрафт-сообщество продолжило продвигать Белоглазого, придумывая все новые теории. И ночью снова пришлось опровергать его существование и теории его появления. Однако словам разработчика поверили не все, и обсуждения Херобрина длятся и по сей день. Теперь к главному. В прошлом YouTube не был популярной видеоплощадкой, да и многие пользовались охотнее форумами, поэтому старых видео про Херобрина практически нет. Но я не отчаялся и смог найти видеоматериал аж 2011 года. К сожалению, видео не было размещено на YouTube, а размещено на другой видеоплощадке. Датируется оно 6 января, однако нумерация на сайте неверная, и настоящая дата видео 6 июня 2011 года. Насколько я понял, это же видео в прошлом все-таки было размещено на YouTube, однако на данный момент оно недоступно. Видимо, автор решил его удалить. Теперь давайте его посмотрим и обсудим происходящее в нем. Ролик снят на версии Альфа 1.2.0.0.2. Примечательно, что эта версия вышла позже, чем та, в которой якобы появился Херобрин. Обратите внимание на числа после слэша. Версия с Херобрином те же числа 0.2. Также интересно, что обновление Альфа 1.2.0 это хэллоуинское обновление, в котором был добавлен ад. В первой доп-версии странное описание. До сих пор точно неизвестно, для чего именно она была выпущена. А в версии из видео автора вообще ничего мистического. Теперь насчет видео. Если его замедлить, то можно заметить, что это действительно персонаж, у которого нет никнейма над головой. Это не монтаж, не фотошоп, а действительно моб в игре. Однако не стоит исключать возможности того, что это игрок, так как на одном из фрагментов видео автор останавливается, где-то копошится, можно заметить, что игра на секунду зависает. Очень похоже на склейку, но утверждать на 100% я не могу, да и испуг мне показался правдоподобным. Мы слышим, как этот чувак кашляет. И кашель вроде не детский, а буквально через секунду этот же чувак орет как 8-летняя девочка, увидевшая паука на потолке, что тоже наводит на странные мысли. Да и вряд ли это мод, хотя всякое возможно. А вообще решать по факту вам. Как вы думаете, реально ли это видео? Либо же это какой-то типичный фейк? Напишите свои мнения в комментариях. Но мне пора заканчивать. Если вам понравился данный выпуск, то ставьте свой поднятый пальчик вверх. И не забывайте, что вы у меня самые лучшие. И всем удачи, всем пока. Чао, бандиты.